Всем привет! Канадский тренер Брайан Орсер рассказал об историческом дуэте с Брайаном Бойтаном, которое называлось «Битва Брайанов». О нашем противостоянии действительно помнят многие. Причем совсем не обязательно фанаты фигурного катания. Часто слышал о той истории от тех, кто увлекается другими видами спорта или смотрит Олимпийские игры. Мы с Брайаном никогда не давали друг другу спуска. На Олимпиаде он был вторым в обязательных фигурах, я третьим. В короткой программе я лидировал, он был вторым. Мы оба отлично откатали произвольные программы. Никто из нас не сдался, не стушевался. Мы были сильными до самого конца и дали зрителям с телевидения то, что они хотели, всепоглощающая битва. А вас в прошествии всех этих лет сейчас вообще задевает, что вы остались вторым? Задевает. Немало времени прошло, прежде чем я смог отпустить ситуацию. Думаю, сейчас она уже действительно в прошлом. Тогда я думал, что делал огромный вклад в фигурное катание. И тот факт, что у меня в активе не было титула олимпийского чемпиона, сводил меня с ума. Я чувствовал, что достаточно хорошо катаюсь, чтобы у меня был этот титул. Возможно, это должно было случиться в 1984 году. Я выиграл короткую и произвольную программу, но был седьмым в фигурах. Может быть, тогда был мой шанс, а я его прошляпил. А потом после 1988 года они изменили правила. Артистическая оценка стала решающей, а раньше была техническая. В общем, я немножко не успевал за временем, оно утекало, а я приспосабливался к каким-то вещам как раз в этот момент, когда шанс уже был фактически упущен. В фигурах я стал силен только к самому концу их существования. Что-то я увлекся, да? Можно бесконечно рассуждать на тему «а что если?», на этом свихнуться можно. Поэтому сейчас я сосредоточился на своих учениках. Мне было приятно привести Ким и Ханю к титулам олимпийских чемпионов. Теперь-то я уже думаю, быть может, в этом и есть мое призвание. Вот он мой шанс. Ведь если бы я выиграл Олимпиаду, сам вряд ли бы я тренировал, зарабатывал бы столько денег, что мне и не нужна была эта работа. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Буду очень рада. Всем хорошего дня. До свидания.